Огромное количество инсайтов и полезной информации, которую мы получаем сегодня здесь, на одной волне с «Магнит» в 2020 году. Флориан, здравствуйте. У меня по традиции к вам есть несколько вопросов. И первое, о чем я хотел бы с вами поговорить, это о том, что компания «Магнит» сегодня переживает невероятную цифровую трансформацию. И эта цифровая трансформация как-то повлияет на компанию в целом и на поставщиков в том числе. Вот я бы хотел, чтобы вы немножко прокомментировали это. So the company is undergoing... Oh, so you can ask. First of all, I would like to mention that the ultimate benefit is to our consumers, because the digital transformation allows us to run the business better, faster, more efficiently, bringing exactly the right products at the right time to the consumer. That ultimately, of course, has benefits for us as a company and for you as suppliers. Now, to talk about a couple of concrete things that suppliers will benefit from. First, I think it is about data. Data will be, I think, the new kind of gold that everyone is rushing for. And I will tell you a couple of concrete applications where this data make, you know, your life and your business better. Ну, естественно, я считаю, что цифровая трансформация, которую мы сейчас проходим, она может принести очень много нам пользы, потому что в основном мы это все делаем для пользы покупателя. То есть, несмотря на то, что мы как компания, естественно, тоже получаем пользу от продажи наших товаров, в первую очередь мы концентрируемся на покупателе. И если говорить о конкретных вещах, то сейчас я считаю, что одним из главных факторов будут данные. Данные, я могу вам сказать, что сейчас станут новым золотом, скажем так. И я могу вам даже привести пару конкретных примеров того, как мы можем их применять. So the first application that I think will be extremely beneficial is promotion, to use data and advanced analytics to improve the accuracy and the economic viability of promotions. Во-первых, где мы можем их использовать, это промо-акции, то есть мы можем использовать продвинутую аналитику и данные для правильного расчета и проведения наших промо. Second is the on-shelf availability, which ultimately leads to higher sales potential and higher customer experience. Data can help to bring the right amount of goods into the right place. Второе – это, естественно, доступность товара на полках. Данные могут нам здесь помочь обеспечить правильный уровень пополнения товаров на полках и, собственно, обеспечить правильный покупательский опыт. And last and not surprisingly important – customer insights. There are a lot of learnings that can base our action and suppliers' actions and make decisions better for actually all parties – the retailer, the supplier and the consumer. So consumer insights – incredibly important tool. И третий фактор – это покупательские инсайты. Покупательские инсайты можно использовать для улучшения процесса принятия решений всех сторон и принесения пользы всем сторонам также, то есть и поставщику, и ритейлеру, и покупателю. Поэтому я считаю, что покупательские инсайты станут одним очень важным фактором. Next to data, I would like to very briefly mention the importance of forecasting and replenishment on an advanced technological platform. This helps us to synchronize demand and supply jointly and ultimately brings a lot of benefits in terms of inventory performance and also consumer satisfaction. И также я хотел бы уточнить, что данные очень важно использовать в процессе прогнозирования и пополнения, потому что именно использование правильных данных позволяет нам правильно синхронизировать наши процессы для того, чтобы в конце концов улучшить, например, товарные запасы и повысить эффективность бизнеса. Yeah. And last to mention here in that list is communication. Communication through electronic document flow can release a lot of inefficient work that's done basically today, and we're working on that together with you suppliers to bring it to the next level and help us to release the resources we have and focus them on things that really add value. И последнее, что я хотел бы упомянуть, это коммуникация. Коммуникация посредством электронного документа оборота позволяет нам избавиться от большого количества ненужной работы. И мы сейчас с несколькими поставщиками работаем в этом направлении для того, чтобы высвободить большое количество ресурсов, которые мы затем сможем применить и улучшить нашу эффективность. Есть у меня вопрос, который практически напрашивается. Как будете выстраивать e-commerce? Потому что все меняется, про e-commerce тоже хочется немножко сказать. E-commerce will be only one element of a digital experience, of an actually omnichannel experience that we are building as we speak. Электронная коммерция станет, по сути, всего лишь одним элементом из общего омниканального покупательского опыта, над которым мы сейчас работаем. То есть это будет полностью комплексный омниканальный подход. Yeah, we're building ultimately a shopping super app with different features and services underneath.
мы сейчас, по сути, строим такое суперприложение для покупок, в которое будет интегрировано большое количество сервисов. E-commerce, as you mentioned, is definitely a core piece, but loyalty management is equally important. We have digital services such as Magnit Pay or Magnit Mobile to be added, or in-store scanning. So this will be an application that will cater to many of the, you know, needs of our consumers. And on top of that, it will be a tool to communicate, which I can back to the supplier needs, which enables and allows suppliers to communicate with our consumers in a personalized and customized way. И при этом также можно упомянуть, что это будет построено не только для электронной коммерции, которая является, естественно, центральным элементом, но также это позволяет управлять лояльностью. Лояльность очень важна, и у нас будет целый ряд сервисов на нашей платформе, такие как Magnit Pay, Magnit Mobile и также другие способы для коммуникации. Во-первых, это позволит нам удовлетворить потребности целого ряда сегментов покупателей, и плюс это предоставит нашим поставщикам возможность коммуницировать напрямую с покупателями, теми, которые им интересны. Что можно от себя в завершении нашего короткого интервью пожелать всем поставщикам? I wish all suppliers a, first of all, safe and healthy rest of the year, and very important for all of us, I think, to strengthen our collaboration, to help each other out, and I'm looking forward to be part of that joint journey. Я бы хотел всем нашим поставщикам, во-первых, конечно же, пожелать здоровья и безопасности в этом году. И плюс, я считаю, что нам нужно и дальше продолжать работать над усилением нашего предложения и совместной работы. И я с удовольствием стану частью этого процесса в будущем. Конференция поставщиков продолжается, и мы будем с большим удовольствием делиться с вами самой интересной информацией. Спасибо.